Привет, ребята! Привет! Сегодня вечером мы едем в Закарпатье на поезде. Кстати, пишите в комментариях, кто любит ездить на поезде. Мы поедем с нашей тетей и с мамой. Ну, сейчас только день, так что нам еще долго ждать. Но у вас это будет происходить очень быстро. Ребята, мы сейчас через 10 минут уже примерно будем выходить из дома. Как видите, мы уже одеты. И скоро будем выходить. Ладно, ребят, мы будем дожидаться нашего автобуса, чтобы подъехать к другому, и мы будем пересаживаться. Да, 422-й. По-моему, вон он едет. Вам, наверное, не видно, вон он. Ты думаешь, что... Ну ладно, мы потом включим вам, когда зайдем. Поехать. Это вот либо переезд закрылся, либо вот тут вот очень часто там вот, знаете, где вот эта вот горка. Там очень часто бывает. А там если авария, то там. Да, вот если, вот если вот такое вот уже начинается, так это уже надолго. Мы если домой едем, то опасно ехать, потому что без светофора, через дружбы народа едешь, что светофор, а там без светофора, но если попадаешь там. Пошли мороженое купим. Ваня, Марийка. Чорні, але ще лежить сніг. Хто є полонина? От ми якраз
якраз бачимо та спостерігаємо, то на неї, до речі, це унікальний випадок, бо часто так виховається в маї. От полонина, там дивіться, там десь діти. Ось тому все-таки так інакше бажано собою захопити. От гори так зліва направо. Граб, Жидмагора, висоту 1300. Ну, далі можна пішки, але правда може не ненька, бо треба встигнути на обід. Бо саме вища це буде. Свинка лежит, спит. Эй, свинья. А можно сфотографировать вид? Глаза, давай становись обратно. Глаза закрой. Потому что у меня глаза, блядь. Пиздец. Да? Да. Уйди оттуда, девушка. Я. Уйди оттуда. Так, делайте этот вид, девочки. Делается? Оксаночка. А ты же на три не сказала. Тимур. Три. Куда пошла? Все? Давай, подожди.
А я вот так. В семье. Вот так вот. С вот этим из замка. Вот наш дом, вот такой вот дом. У нас очень большой дом. Сейчас дождь идет. Тут есть, кстати, три собаки. Вот первая, ее зовут Линда. Вот Арчи. Вот холёсие, такие красивые все. И там возле Сони Колли. Колли самый большой. Арчи, Арчи, Арчи и Линда. Вот это у него замазано там вавка. Ему хозяины замазали, чтобы сюда бактерии не попали. Они все мокренькие, потому что тут дождь идет. Мань, покажи всем, это Колли. Колли? Колли там возле порога стоит. Сейчас я покажу. Ты говоришь, тут у нас уже двое собак. Если вы поместитесь, да, я и тебе запущу. Так что, но он после такой дячный, такой золотый, что просто невозможно его не любить.